свой Redmir RP, потому что это такие, знаете, два проекта гиганта, один на вот этот вот весь Advance Mobile, прикрываясь это тем, что, мол, да это открытое бета-тестирование, пацаны, да вы чё, модно, говорит, закрыть на переработку, на доработку, возможно, закрыть, на все прочие вот эти вот вещи. Это первый нормальный шаг, и Malfoy, вот это все, кого я смог вспомнить, то есть, про, если про X-Gem я ничего сказать плохого не могу. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Это, наверное, один из самых сложных видеороликов, которые я делал, вот знаете, за последнее время, потому что достаточно сложно что-то сказать определенное и вообще, ну вот, что-то сказать по поводу всего этого, потому что Advanced Roleplay лезет на территорию уже, знаете, где я, где остальные какие-то мобильные проекты. В общем-то, Advanced Roleplay собирается портировать свой вот этот вот компьютерный весь проект, компьютерный весь вот этот вот свой мод на телефон, и чтобы, типа, знаете, сделать вот это вот все как Arizona Mobile. И сегодня я бы хотел это обсудить с какой-то такой... Ну вот, я не люблю занимать нейтралитет, потому что нейтралитет это равносильно тому, что ты нихуя не высказал, что ты боишься кого-то обидеть, что у тебя вот нечто подобное. Да, либо ты вообще в теме не разбираешься, и у тебя нейтралитет, либо ты боишься кого-то обидеть, либо там еще много может быть причин, по которым у тебя нейтралитет. Тем не менее, я вот никогда не люблю его занимать, потому что, ну, как вообще можно занимать нейтралитет в теме, в которой ты вроде как более-менее разбираешься? Ну это же просто... Ну, хуйня какая-то, как что вообще, я не понимаю. В общем-то, Advanced Roleplay после долгих лет скитаний, мучений, вполне возможно, по вот этой вот всей GTA-самповской сфере, решают открывать свой мобильный вот этот вот проект, подобно Arizona Mobile, подобно проекту, допустим, из КРМП, это Redmir RP, и вот, чтобы вот как-то у них вот так вот все вышло. И тут я могу сказать, что, наверное, понимаете, в чем дело? Arizona вот сколько все это тизерила, сколько она все это делала, по поводу своего Arizona Mobile, сколько она все это тестировала, сколько вообще было времени на все это потрачено, сколько было потрачено человеческих вообще сил, а тут, понимаете, на эту тропу выходит Advanced Roleplay, проект, который уже, знаете, является, ну, таким, я не знаю, даже как отстающим, очень отстающим проектом от других, и в плане обновлений, и в плане своей рекламной кампании, и в плане, возможно, каких-то, я не знаю, таких решений, руководства и вот всего прочего, в плане каких-то миссий проекта, возможно, и вот сейчас они собираются, знаете, или в мобильную вот эту во всю сферу, которая достаточно сложная, которая достаточно, как лично мне кажется, непонятная, даже вот для больших каких-то вот этих вот игроков на рынке по типу Arizona RP и Redmir RP, потому что это такие, знаете, два проекта гиганта, один в GTA сам, другой в GTA KRM, и даже для них вот это вот все дается не особо нормально, и то, что сейчас Advanced Roleplay публиковали только какой-то один скриншот, говорит о том, что вроде как работа идет, но вот когда она будет завершена, когда все это будет выпущено, опять-таки не особо понятно, потому что, ну, это Advanced Roleplay. А чего-то конкретного ждать от Advanced Roleplay? Ну, я думаю, что не стоит все это делать. В конце концов, Андрей Ринга потом может, знаете ли, на все это забить и сказать, мол, вы знаете, а мы что-то вот давно не обновляли спа-салоны. Вот знаете, вот игроки же играют, играют, а потом им захочется зайти в спа-салон, а там обновление последний раз выходило 2 года назад. Ну, 2 года назад выходило обновление, а как игроки теперь будут на нем играть, как игроки вообще будут себя чувствовать комфортно, когда обновлений, ну, их вроде как нету, но вот этот вот весь спа-салон. Поэтому давайте мы забьем сейчас на вот этот вот весь Advanced Mobile и, или там, я не знаю, Advanced Android, как все это будет называться, я не знаю, я в названии там как-то постараюсь все вот эти вот 2 ключевых слова затронуть, чтобы, знаете, больше просмотров было и всего прочего. Но тут я просто вот, я даже, если честно, не знаю, как они собираются все это выполнить, потому что мобильный проект, он же куда затратнее, чем какой-то компьютерный, там же постоянно нужны какие-то тесты, там же нужно написать свой какой-то лаунчер, все прочее сделать. А у Advanced Roleplay даже какого-то, знаете, своего компьютерного лаунчера нету. То есть у них, по сути, нет опыта в разработке вот этих вот всех лаунчеров, а опыта в разработке каких-то таких, знаете, мобильных проектов, но у них нету тем более. И типа... Ну, я не уверен в том, что Advanced Roleplay будет успешен. Однако, я все-таки, ну, я подожду, наверное, он выйдет там, знаете, через полгода, может быть, через годик. Если они прям не совсем дебилы и не выпустят его, знаете ли, на следующий месяц, прикрываясь это тем, что, мол, да это открытое бета-тестирование, пацаны, да вы че? У нас на самом деле все делается, все так далее, но вы, пожалуйста, протестируйте. Вот у нас мы как бы месяц поработали, закончили там вот это вот окно регистрации, вот эти вот все текст-драйвы написали. Пацаны, ну вы как-то поработайте, вот там все остальные вещи сделайте. И понимаете, мне очень
страшно. Мне очень страшно за то, что вообще будет с Advance Early Play. То есть вполне возможно, что вот этот вот весь мобильный лаунчер от Advance Early Play, он выйдет, там будет много багов, там будет много лагов, там будет много вот всяких вот этих прочих непотребств, и Advance Early Play всю эту разработку свернет, закроет, либо, допустим, заморозит, как это сейчас модно говорить, закрыть на переработку, на доработку, возможно, закрыть, на все прочие вот эти вот вещи сделать, потому что, ну, вот так сейчас модно делать, и типа чуваки такие: да нет, вы знаете, Advance RP — это крутой проект, мы давно на нем играем, и поэтому на переработку, ну пусть на переработку, мы подождем, да, чтобы они там все переработали, передоработали, переделали там все вот эти прочие свои вещи, и чтобы у них, так знаете, было все замечательно. Но с другой стороны, то есть, ну, в целом, это неплохой шаг для Advance RP. Я поэтому, мне было сложно записывать данный видеоролик, потому что, по сути, это первый нормальный шаг от Advance RP. То есть захватить, возможно, какую-то такую, знаете, мобильную аудиторию. Но проблема в том, что у мобильной аудитории уже есть свои проекты, на которых они играют. Кто-то там, знаете, Saint-Tropez RP, кто-то, допустим, там, я не знаю, в КРМП там перешел из Сампа, и им вроде как все это нравится, и там они, допустим, играют на какой-нибудь Black Rush или играют на какой-нибудь Барвихе. И вообще есть много проектов, на которых они могут играть, и Advance Early Play в этом плане, наверное, как и Arizona RP, они очень сильно опоздали. Разумеется, я более чем уверен, что будут люди, которые будут ждать вот весь этот, знаете, мобильный Advance Early Play для того, чтобы вообще, ну, узнать, как там, что будет. Я уверен, что будет много видеороликов от какого-нибудь Малфоя, там, от прочих. Я не помню, кто там еще снимает сейчас на Advance Early Play, то есть Денкозор ушел, еще какой-то чел ушел, XGM Хакаги у них сейчас есть, по-моему, и Малфой, вот это все, кого я смог вспомнить. То есть, про, если про XGM я ничего сказать плохого не могу, то Малфой — это прям паразит, смотрите сам обзор Паразиты. И по итогу прошло уже, наверное, я не знаю, там сколько, более 7 или даже более, знаете ли, 6 минут видеоролика, я не сказал ничего конкретного, потому что вот по одному этому посту, по одному этому скриншоту, который выложила администрация Advance Early Play, сложно вообще хоть что-то сказать. Это очень сложный вопрос, и я не знаю, куда Advance Early Play полез. Но в целом, если у них все получится, и они, знаете, полностью в это все вложатся, во что я, конечно же, не верю, то, ну, будет хорошо для Advance Early Play. Они возьмут себе новую аудиторию, и такие, знаете, какие-то маленькие люди, дети, как их там еще называют, они будут говорить, мол, слушай, а вот я играю на Advance Early Play, это типа мультиплатформенный проект, вот, можно и на компьютере играть, и на телефоне, и таким образом, знаете, по сарафанному радио, возможно, Advance Early Play как-то разойдется, и вот подарит себе вторую жизнь тем самым. Но, разумеется, во всю эту индустрию, во всю эту сферу мобильных серверов они пришли поздно, они пришли непонятно как, и вообще, будут ли они туда приходить, это тоже остается под вопросом, потому что сейчас у нас есть только один скриншот и один какой-то такой, знаете, маломальский постик о том, что вот мы, мол, разрабатываем Advance Mobile, Advance Android, Advance все прочие вещи, а вот как это будет дальше, лично мы не понимаем. Однако, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем до свидания, всем пока и все остальные вещи. Я, кстати, снимал на проекте Arizona Early Play Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании, там же находится ссылочка на мой телеграм-канал и все вот эти, знаете, мои прочие вещи. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем, разумеется, до свидания, чтобы у вас все было, знаете ли, хорошо или неплохо, или вроде того. Ну, в общем-то, до свидания всем вам.